Всех приветствую на прохождение игры под названием Древние Русы. Так, что у нас с вами здесь было в самом начале? У нас в самом начале здесь было обучение. Нужно было вот поплатить вот эту вот штуку. И, в принципе, все. Нужно было сделать пару разворотов, пару ударов, влево-вправо, назад-вперед. Ну, то есть мы овладели с вами механикой. Дальше по заданиям нам надо поговорить этаки со старостью деревни. Где он находится, я пока без понятия. Я прошел обучение, выключил игру. И теперь на следующий день это все записываем. Что мне бросается в глаза? Она мне напоминает игру Вальхельм. Кто играл, тот поймет. И по графике, я так думаю, что в принципе по механике тоже будет у нас эта игра. Так, что у нас тут? Сыр, серп, кружка. Хорошо, взять. Давайте осмотримся и пойдем поговорим со старостой, да, деревни. Так, хорошо, тут ничего нету. В сундучке у нас... Ну, дай сундук. А, дай сундук, пожалуйста. Так, забираем все. Я не знаю, зачем это нам нужно. Но я думаю, нам пригодится. Требуется ловкости 1. Хорошо. Взломать мы пока не можем. Так, кирка, топор. Чтобы создать, нужен металл. У нас есть металл, да? И топор. А сколько у нас металла с вами? Ага. А, нам нужно будет, наверное, сюда, да, его перетащить, а потом уже делать. Хорошо, пока мы ничего сделать не сможем. Забрать. Так, стол для разборки предмета позволяет получить ресурсы из различного хлама. Ступок позволяет получить дополнительные печь для ковки. Отливать слитки. Я так понимаю, это будет наш домик, да? И мы здесь с вами сможем... строиться. Ладно, с этим, наверное, тоже разберемся. Побежали, найдем старейшину. Жирю, реально, она ее напоминает Вальхельм. Посмотрим, если игрушка мне зайдет. Попробуем записать кучу серий. Если нет, то... Ну, как обычно. У меня на канале, если что-то не заходит, записывают на серию и все, иду по бочине. Так, бонжур. Так, здорово, кабанчик. Так, ну единственное, что я здесь не вижу, это уровень жажды и еды. Так, а я могу здесь что-то получить? Да, могу. Либо его, пока здесь нет уровня жажды и еды, либо он здесь и не нужен. Ну хотя здесь готовить, кушать мы можем. Вот смотри, подходим к костру. У нас с вами сырое мясо. Так, нажимаем начать и мы готовим кусочек мяса. Скорость приготовления тоже как в Вальхельме. Да. Все. Закрыть, хорошо. Привет. Здравь будь, мил человек. Не подскажешь ли, как дела у вас тут нынче? Какие слухи? А что интересное происходит? Человек, я так скажем, не здешний. Да дела-то не особо. В деревне беда, да не одна. Но это тебе лучше к старости Велимеру сходить. Он больше расскажет. Во, недавно сетра рыбаки выловили. Вот так кущий с коров. А так, басырмане шалят иной раз. Да и сказать нечего. Еще эта телега треклятая в глине застряла. Какая телега? Какая? Моя! Старая телега уже, но в деле еще пригождается. Вот в этот раз понадобилось. Только пока до места нужно ее тягал. Так это шельма колесом в колею после дождя-то и угодила. Прямиком в сырую глину. Я и так, и эдак тащил. Так и не совладал с телегой. Силы... Может, у меня получится телегу вытащить? Попробуй.
Коли получится, то отблагодарю, чем смогу. Телега моя стоит вон там, прямо по тропинке. Да, давай попробуем. Только, ребятки, сейчас одну секунду. Я альтабнусь, звук у вас пропадет. Посмотрите, нажал ли я запись. Да, запись идет. Потому что бывает такое, я либо запись не нажму, либо микрофон не включу. Так что лучше. Ёпта, здорово. Как ты? Так. Я так понимаю, у нас тут будет уровень прокачки, и мы сможем с вами улучшать, да, нашего персонажа. Так, пусто. Ладно, пусто так пусто. Давайте нажмем на тап и посмотрим. Так, у нас здесь с вами есть навыки. Уровень персонажа 1. Так, тяжелый удар. Наносит критическое. Колдун. Дает дополнительную ману и регенерацию. Ага, можем прокачать. Хорошо. Только единственное, здесь я не знаю, где находится строительство нашего с вами дома. Я думаю, у нас здесь должен быть. Мы где-то здесь с вами поселимся. О, здорово, кабанчик. Здорово, кабанчик. Мы где-то с вами здесь поселимся и будем жить, поживать. Так, цветочек. Грибочек. Единственное, что меня смущает, как и в Вальхельме меня смущало, это графика. Что-то меня вообще она тут не прикалывает. Хотя у меня все стоит на ультрах. О, здорово. Вот это вот комарики, да? Ага, ага, ага. Подожди, 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 подожди. Подожди, комарик, ты что, ты меня сейчас же... занимаешь все. Так, а как нам тут лечиться? Давайте мясо попробуем скушать. Да, нам еда позволяет лечиться. Что это? Зелье здоровья. Хорошо, выпьем. Ну давай уже с этим разберемся. Раз уже начали, да? Ну, я так понимаю, что дальше у нас будет меч какой-то, защита, шлем, и мы сможем... А, уровень повышенный. Что-то с вами повысили. Это что такое? Так, запас силы, навыки. Уровень персонажа 2. Хорошо. Давай еще попрактикуемся. Если получится, конечно. Ого, с двумя уже будет сложнее, да, я так понимаю? Да, так же самое, как и в Вальхельме. Можно с помощью щита защищаться. Ой, ёпта, уходи, уходи, уходи. Ага, загрузить. Загрузить игру, текущий прогресс будет утерян. Понял, но заодно мы проверили, что... Если мы будем откисать, мы начинаем все с самого начала, да? То есть нужно сохраняться. А ну, давай проверим. Окей, ну, буду теперь знать. Буду теперь знать и буду теперь сохраняться. Кажется, кто бы знал бы. Ну, ничего страшного, мы только с вами учимся. Так что в дальнейшем будем знать. Так, создать предметы. Ага, ага, ага. Отмычка первого уровня. У нас есть отмычка, да. Хорошо. Ладно, побежали. Побежали, поговорим по поводу телеги заново сейчас с этим чуваком. И сохранимся. Короче, тут как в сталкере, да? Не сохранился в нужный момент и все. Ах ты, падла. Все, пумба, лежать.
Давай заберем цветочек. Давай залутаем здесь ящички. Не знаю, здесь ли есть переносимый вес. Ну, будет ли нам тяжело, либо нет. Ага, мы с вами добыли один слиток этого, как его, металла. Давай пойдем посмотрим, сможем ли мы сейчас с вами приготовить этот топор себе. Либо кирку, что там стоило одного металла. Так, иди сюда. Что у нас стоил? Один металл. Кирка, да? Вот, создать кирку. То есть металл сюда, доски сюда. Мне нужна еще одна доска. Погоди. Так, ложим сюда металл. Сложим сюда доску. Че, это бревно? Все. Отлично. Давай сюда. Топор давай сюда. Хлебушек сюда. Сыр сюда. Ну, чтобы мы могли с вами нямать. Все, отлично. Теперь бежим. Надо будет прокачивать себе, наверное, выносливость. То есть я могу себе спокойно сейчас добывать. Ага, не смогу, потому что у меня только железный топор. А ну на троечку. Какие деревья мы можем рубить с вами? Вроде рубим, да? Или нет? Понятно, по голове себе постучи называется. Окей, окей. Так, здорово, отец. Что ты тут? Давай, рассказывай. Да, дела-то не особо. Да-да-да, какая телега? Давай я тебе помогу. Моя. Может, у меня получится телегу? Попробуй. Попробуем. Коли получится, я тебя отблагодарю. Так, берем сохранять. Сюда. Один. Перезаписать. Сохранить серверу, да. Так, загрузить. Новая игра. Тут удалить. Да. Здесь. Сохранить. Сохранить. Все, делаю. Нет, отмена. Блин, я случайно escape нажал. Ладно. Ладно, ладно, ладно. В незапамятные времена. Сюжет продолжить. А как же игра нажать там, типа, вы уверены, что вы хотите выйти? Вы точно в этом уверены? Вы точно-точно в этом уверены? Прям максимально уверены. Сразу взяла и вышла. Так, железная жила. Хорошо. Мы тут лутали, да, по-моему? Да. А мы тебя срубить можем? На троечку? Ну? Понял, ну да, как говорится, пошел я дальше. Так, вот и телега, давай попробуем. Так, брошенная телега, видимо, это самая тележка, да? Попытаться вытащить телегу. Ага, недостаточно силы. Окей, нет так нет. Забрать. Да, рассказывай, что у тебя нового. Здравствуй, странник. Привет. С чем пожаловал? Да вот старосту ищу. Решил я встать на путь ратный. Разузнать хочу о нуждах здешних. Может, беда какая приключилась? Или, может, сам смогу мудрости набраться какой? Ну, предположим, старосту ты нашел. Звать Велимиром. А про знания всякие, это ты по людям походи. Потолкуй, посмотри. Знатоки всякие имеются, может, найдешь чего. Коли помогаешь деревне, то не забывай, что люд честной наш добрый. И также помочь в твоих начинаниях готов, аль в час нужды.
У каждого в доме имеется сундук с дарами для добрых путников. Поэтому, коли в гости к кому войдешь, бери оттуда, что потребуется. А вот беда... Беда и взаправду приключилась. И не одна. Давеча рыбак наш, Векша, пропал. Мы уж и искали, да не нашли ничего. Да и слухи пошли нехорошие. Не к добру. Если решишься, может, тебе повезет след найти, аль еще чего, то подсобишь изрядно. Да не забудь про снаряжение, прежде чем по окрестностям разгуливать. А то вмиг голову сложишь. И насекомые эти, чтобы их на полях работать не дают людям, голодать начинаем. А еще кто-то скот ворует ночами. Мало всего этого, так еще и река перестала течь в наше русло. Жернова встали. По поводу насекомых. Да. Я могу помочь с насекомыми? А то ж, еще как можешь. Но проблема эта непростая. Каждому зверю свой подход особый нужен. Значит, для начала оружие тебе надобно добротное. Это у нас к словою. Также можешь взять масло, супротив кадов ползучих, у Бориславы, у травницы нашей. Вот от особо сильных составов букашки и вовсе прямо-то от одного запаха мрут. Может, где-то свитки на чары огненные имеются, но вещицы вот эти сии редкие, можешь их и не сыскать. В общем, к любому делу стоит подходить основательно. Понимаешь, с огнем, с маслами, да отварами, вот с добротным оружием. И о защите не забудь, кстати. Да и подкрепиться едой, какой-никакой, тоже иной раз стоит. Вот. Ну, а коли ко всему этому твою силушку добавить, то и подавно, так сказать, справишься. Разве такие проблемы не должна решать дружина? Да не до нас им сейчас, молодец. Времена темные ж не только для нашей деревни наступили. Вон леса бушуют, лешие с ума посходили. Враг неведомый доселе объявился. Ну, сам-то я не видал, но говорят, что это людоящеры. Вот и огромные, болотом смердящие и безжалостные. Вдобавок к этому сама смерть проснулась. Мертвяки оживают, вот те нати. Не только воины наши, павшие в боях славных, но и живые, поговаривают, в мертвых обращаются. И даже животинка лесная. Вот, посему некогда дружине полями заниматься. Более важные дела у них имеются. Ох и времена, ой... Вот это новости. Крысы вот эти хлопот немало доставляют. Я готов платить по 20 монет за хвост такой крысы в доказательство расправы. Коли захочешь подзаработать, вот ежели видишь в путешествиях такую, убивай сразу. Да хвосты приноси, потому что доверяй, но проверяй, как говорится. Вот, хвосты крысиные принёс. Так, хвостики крысины у нас были. Давай по поводу рыбака. Да. Так, не подскажешь, видел ли, может, кто в последний раз его видел? Видал, может, кто в последний раз его где-то. Сказывал, что на медне рыбку пойдет ловить на озеро. Ну, тут недалече и пропал. Хорошо. Так, он мне сказал, что я могу заходить в любой домик. И давай брать помоги. То, этому что помоги. Я хочу. А мне-то кто поможет? Действительно. Это мне нравится. Так, взять все. Только у нас места вообще-то маловасенько. Так, лук. А если мы с вами лук нажмем на четверку и попробуем насекомых с вами убить с помощью лука. Как тут целиться? Как тут целиться? Ага. Понял? Ёпты. Так, аккуратно, 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 аккуратно. Главное сейчас не откиснуть. Все, хорошо. Главное не откиснуть. Давай заберем. Быстро-быстро в домик, все, в чек-чирке в домике. Что, это косу можно забрать? Да.
и сюда. Так, это мы с вами... Что мы можем с вами выпить? Вино. Увеличивает мудрость на 2. Давай выпьем. Тому помоги, этому помоги. Твердый сыр скушаем. Здоровье, давай здоровье восстановим. Все, отлично. Что мы делаем? Теперь сохраниться. Сохранить, да. И далее. Все. Идем попробуем разобраться еще с этими насекомыми. Если получится. А по поводу стрел. Мы же можем делать стрел, да? Создать. Нет, не можем, потому что у меня нету осколки, камушка. Ага. Я либо не могу из-за того, что у меня места нету в инвентаре, либо... Либо из-за чего? А ну. Ладно. Так, четверка. Иди-ка ты сюда. Почти. Ой, падла. Дети, так за бараню. Реально и так за бараню. Ах ты, падла, пробиваешь, да, меня сквозь щит мой. Все, повышение уровня. Хорошо, забрать, нажать таб, навыки. Раз. Больше ничего не можем, да? Ага, нам шлем нужен будет, сапожки. Я не знаю, нужно ли баранить и этих тоже существ. Может, тут что-то есть полезное? Все, аккуратно. Ах ты, падла! Во, ля. Хорошо. Ты чего? Все, прекращай. Залезть ты не можешь, да? Мы что-то с вами нашли. Железный щит, по-моему, или что мы нашли с вами? Давай смотреть. Так, задачи. Инвентарь заданий. А, или что это? А, железный поднос. Можно разобрать на материалы, понял. А как мне использовать ловкость, если у меня этого нету? Все, отлично. Минус один, минус два, да? Забрать, слышь? А ну, иди-ка ты сюда. Ку-ку. Беги. Все? Да, он достала библиотека. Не выходи. Хорошо. По поводу насекомых мы, по-моему, справились, да? Давай сходим к деду. И отдадим. Конечно, здравствуй, странник. Привет. По поводу насекомых. Да. В смысле, я ж выполнил задачу, либо не. Что это такое? Медовуха. Увеличит силу на 2. О! Может, с помощью медовухи мы сможем телегу с вами вытащить. Потасывать телегу продолжить. Есть, вытянули. Шикарно. Это что такое? Живой сорняк. Давай попробуем его срубить. Забрать предмет. Все. Бежим, докладываем, что мы вытянули телегу. Бонжур. Отведал сидушки богатырской, а? Ну да, сидушка богатырская, она такая. Здорово. Прав будь. Я по поводу телеги.
Достал телегу твою. Токма не полностью. Одно колесо так в глине осталось. Какое-то живое растение ее удерживало. Я телегу силой своей дернул, а колесо и отломалось. А после вылез этот сорняк поганый. Живой сорняк? Бывает же такое. Нелегко пришлось, поди. Ладно уж, придется новое колесо сделать. Поранился, смотрю. Рану надо бы обработать. Вот, возьми настойку березовую. Да подорожник приложи. Ну да, как без подорожника. Благодарю. Слушай, а давай-ка лучше я к плотнику схожу. Да новое колесо тебе сделаем. Где искать его, не знаешь? В самом селении ищи. Не ошибешься. Хорошо. Так, а давай посмотрим, что у тебя есть. Может, ты чем-то поделишься интересным. Не хочешь мне лук дать, не? Нет тебе такого желания? Так, взять все. Вот это я только не знаю по поводу ловкости, как мне ее... Тяжелая рука увеличивает крит на 2,5. Характеристики, сила, ловкость, мудрость. Ага, ладно. Так, что мы делаем? Мы с вами, во-первых, сохраняемся. Да, ребят, нужно будет сохраняться постоянно. И во-вторых, ну, далее. Во-вторых, нажимаем Tab и смотрим, есть ли у нас что-то тут. Что это такое? Осколки. Хорошо. Чесночок. Вес 0,5. Ага. Я могу создать ткань. Не могу. Ладно. Побежали, побежали. Побежали все-таки в деревню. Посмотрим, что там есть, чего там нет. Блин, я же вроде всех комариков побивал. Почему он мне ничего не дал за это? Ух ты, ё, сколько вас тут, ля. Так, взять все. А, дай хвостик. Слышь, дедуль, я тебе тут хвостиков принес. Здравствуй, странник. Да. С чем вот, вот хвостики. Красины. Держи награду. Да, скорой встречи. Так. Пополним здоровье и побежали. Нужно поискать будет. Ага, вот комарик еще, да? Слышь, падла, а ну иди сюда. Ах ты, падла. Кусь, да, дядя, делаешь? Я знаю, что этих комаров нужно с помощью какого-то зелья убивать. Ну. Вот, да. Ага, на 9 минут от этих комариков, да, нас спасает? Тогда нам нужно понямать. А что нам понямать? Увеличить ловкость на 2... Ловкость на 2. Это значит, мы сможем скрывать с вами ящички. Ну, давай посмотрим. Правильно я понимаю? То есть... Фух. Давай. Не, не могу. Бля, обманули. Надо бы, конечно, к старейшинам наведаться. Да, это понятно, что надо бы. Но мне надо, во-первых, здоровье восстановить. Ну ладно, побежали. Слышь, а я не всех комариков убил, а ну иди сюда. Здравствуй, страх. Привет. С чем пожаловал? По поводу насекомых. Да. Ага, понял. Не-не-не, ничего. До скорой встречи. До скорой встречи. Так, а можно мне наверх залезть? Спасибо. Не знаю, но начало игры мне нравится. Если честно. Я думаю, мы с вами ее попроходим. Угу, закрыто. Заходи в любой дом, бери все, что хочешь. Сказали мне они. Так, зелененькое, это что такое? Лечит отравление.
Хорошо, надо понямать. Надо хлебушком понямать, сыра понямать. И восстановить себе здоровье. Все. А теперь давайте попробуем поискать еще насекомых. Мало ли получится. Ага, вон еще, да? Здорово, как бы. Вот вроде и сила на 2 у меня увеличена. Уходи, 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 беги, беги, беги. Блин. Загрузить, да. Ладно, где мы сохранили с вами? Серьезно? Мы тут сохранялись, больше не сохранялись. Давай посмотрим на крысок, есть ли там крыски. Слышь, дед, ты не со своими комариками вот эти вот. Да, крыски есть, знаешь. Хорошо. Тогда к комарам давайте мы сейчас не будем лезть, отдадим ему хвостики. И пойдем в деревню. Здравствуй, страйк. Все, да. Вот хвостики. Хвосты, крысин, держи награду. Спасибо. Все, побежали в деревню. Я так понял, это бессмысленно сейчас с этими насекомыми. Пока у нас с вами нет нормального оружия. Так, бонжур. Здесь что мы можем делать? Предметы. Хорошо. Это не то. Можно зайти ли к вам? Посмотреть, что у вас есть тут вкусненького жернова. Ты опять весь в муке измазался. Не, нормально, не переживай. Все хорошо. Слышь, а что у тебя тут есть? Дай посмотри, пожалуйста. Ну, мне разрешили. Вот реально мне разрешили так делать. Так что. Так бы я не стал, если бы старейшина не говорил. Ничего никого забирать. Потому что это некрасиво. О, морковка. И еще что-то. Так, здравствуй, ты кто? Здрав будь. Под колесом скоро будет сухо, как в степи. Здравствуй. Давненько уж. Вон на помол собралось сколько. Нет воды и все тут. Может, случилось что с руслом? Не мешало бы проверить, как мыслишь? Доходил уж. Токма, там нечисть всякая завсегда обитает. Я и дружине сетовал на нежить-то. Приходили, значится, да всех под корень и вывели. Ну и что? А ничего. Как новая луна, так опять собираются гады. Посему там особо и не разгуляешься. Да и дружину каждый день звать неприлично как-то. Нечисть-то совсем чахлая, хоть и немало ее. Молодцам-то сразу чудиш подавай, на подвиг. Эх. Может, я схожу, да гляну, что да как. Вот тебе больше всех надо, да? Коли не чти, не пужаешься, то сходи. А вот... А вот не надо мне ничего рассказывать, да. Дальше я сам все знаю. Так, вот тебе больше всех надо, да, сходить на реку? На реку. Убить комариков, еще что-то. Ладно, надеюсь, что... Йо, тут можно хрюшку выращивать. Надобно. Прикольно, хочу. Хочу хрюшу вырастить. Так, добрый день. День добрый. Доброго дня, путник. Так, покажи мне свои товары. У тебя есть вода, ткань, семена огурца есть. Угу. А мы тебе можем что-то продать? Что мы можем тебе продать? Давай кружку пива тебе продадим. 2 штучки за соточку. Шмотки у этих эллинов, однако. Да ты шо, сколько у нас денежек с вами?
Давай пшеницу продадим. Продать. Ага, у меня 4 всего. А почему у меня меньше становится денег, когда я что-то продаю? Или это меня глючит? Так, крысиная лапка. 12 штучек. Так, смотри, у нас 36,6. А, это вес, я понял. А где наши денежки? Как мне посмотреть, сколько у нас денежек? Давай муку продадим. Главное, чтобы дети здоровы были. Да, согласен. Да как же так-то? С раком не справился. С раком-то не справился. Угу. Я так и не понял, где посмотреть наши деньги. Запас здоровья. 33. Во! Свиток, огненный шар. Что мне с тобой делать? Чертежи, да? Очень интересно. Но ничего не понятно. Ладно, кушаем сыр. Восстанавливаем здоровье себе. Все, отлично. И идем дальше смотреть, что у нас здесь с вами есть. Забрать. Сказывают, мусульман недалече видывали. Бонжур. Приветствую. Покажи товары. Сыр, вино, медовуха, квас. Так, ловкость, еще увеличивает мудрость. Течение 30 увеличит силу. Давай медовуху. Откуда только жуки эти лезут? Купил медовуху, да? Да, есть. Где мне посмотреть количество моих монет? Кто мне скажет? Не ладно. Хочешь ли подраться? Отставку сделать на кого? Ты кто такой? Кто ты? Я это... Распорядитель кулачных боев. И кличет меня Дани Белый. Расскажи о кулачных боях. Все просто. Можешь подраться один на один или двое на двое. Но для этого тебе нужно найти напарника. Мельник Ярослав, кстати, давненько не дрался. Думаю, он будет не против стать с тобой в паре. Оружие запрещено. Никакой брони, только кулаки и без хитрых ударов ниже пояса. Давай попробуем. На бой? Обучи меня. Не хватает силы. Да что-то не хватает монет. Где наши монетки? Что ж там с мельницей приключилось? Я без понятия, дед. Где наши золотые монетки? Очки обучения 4. Что это? Активный навык. Колдун. Мы можем это, не? Журнал. Сказывают, бусурман недалече видывали. Задачи завершено. Провалено. Среднее строительство. Так, нажмите, держите правую кнопку мыши, чтобы открыть меню строительства. Если выбран чертеж на панели. Ремесло. Правую кнопку мыши. На улице. Сегодня что надо. Или это мне чертеж нужен? Хорошо, чертеж. На 5-6. На шестерочку. Йоу, твою ля. Я такой, что про огненный шар. Я мог бы сейчас бы насекомого убить, да? Ладно, ладно. Убить насекомых на поле. Хорошо. Так, погоди. Давай мы пособираем все.
То, что можем. Это что такое? Стой! Рак. Я что, могу с раком разговаривать? Прикольно. Так, хорошо. Давай смотреть. Ящичкой обыскать. Пиво, пиво. Медовуха. Взять морковку. Так, мне нужно обыскать еще, наверное, да, деревню здесь посмотреть. Что тут вообще происходит? Тут же, по идее, где-то должна быть кузница, где я могу сделать себе броню. И плюс еще нужно колесо, по-моему, сделать, которое мы обещали на телегу. Если ты знаешь, где делается колесо на телегу, напиши мне в телеге. В описании канала есть моя телега. Ладно, спускаемся. Ну, там была мельница, ага. Давай еще сюда сходим. Привет, парни. Тихо, ты что так пугаешь? А где твой хозяин? Так, доска объявлений. Ищу молодца не для непростого задания. Не-не, спасибо. Знаю. Ищу молодца, а потом вот это вот глаза смотреть в деревне людям надо будет. После таких вот заданий. Так, во, кузник, да? Че кузнец? Привет. Приветствую. Мне бы снаряжение добротное. Мне бы снаряжение добротное. Сам я литейщиком буду, но научить ковать несложные вещи могу. Материалы самому добыть тебе придется. Как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Посему для начала кирку тебе раздобыть надобно, а после походить по окрестностям, до железной руды набрать. Есть у нас пещера подле заброшенного дома. Я туда вход закрыл, но, коли надобно, вот тебе ключ от нее. Набери там руды, да приноси сюда. Я часть материала в оплату возьму за обучение. А дальше уж сделаем тебе снаряжение. Где мне найти кирку? Хе, да где ж ты ее найдешь? Только купить, аль смастерить самому. Добротным инструментом никто разбрасываться не станет то тут, то сям. Продать я могу. Но коли монет на кирку не хватает, можешь железяки пособирать разные, никому не нужные. Ржавые вилы, лопаты. Да все, что найдешь, переплавить можно. Да отковать кирку. Так, купить. Купил? Да, есть, хорошо. Значит, все-таки монет мне хватило. А где наши монетки? А, вот, сверху 107 монеток осталось. Хорошо. Мне нужна руда, да? Приветствую. Так, обучи меня. Обучи меня. Не хватает. Закрыть. Что мне нужно? Принести 20 железной руды. Давай, наверное, мы приготовим себе понямать. На всякий пожарный. Две штучки. Надо будет потом продать это все. Жестяной поднос и так далее. Ржавая коса. Только единственное, я не могу понять. А, у меня чего-то не хватает, да? Мяу. Чего мне не хватает? Ну, помимо мозгов. Помимо мозгов, чего мне не хватает? Мяу.
10 секунд, так и 2. А, понял. Да, походу мозгов не хватало. Давай, наверное, мы сейчас сделаем мясо. Сохранимся, не забудем, да? Да, выйдем. Ох ты, йо, бонжур. Дон дистала библиотека, мадам. Понятненько. Зайдет. Да. Что за шум? Тю, что за шум? Стряслось чего? Я не знаю. Потерялась я, да? Гадя, ты. А чего голосишь тогда, коль не знаешь? Моего братика ночью позвала гулять какая-то тетя, а он так и не вернулся. Помогите вернуть братика. Какая еще тетя? А что родители-то твои? Может, им лучше поведать про такое? Отец на торговлю уплыл, а матушка с того дня только ругается, что я про брата неправду говорю. Ничего не понимаю. Пойдем у матушки твоей спросим. Вдруг все хорошо, а тебе причудилось. Не причудилось. Матушка в доме. Поговори с ней. Только не злись на нее. Хорошо, пошли. Матушка, здорово. Сейчас матушка погодь. А что у тебя? А, у тебя бревно, да, в руках? Понял. Понял, сразу видно адекватная матушка. Так, хорошо. Ну, давай поговорим. Так, молодая хозяйка, на первый взгляд, с ребенком на руках. Но присмотрится, видно, что это обычное бревно. О, с чем пожаловал, добрый молодец? Да вот, решил дурку тебя вызвать. Мир вашему дому, хозяюшка. Да вот, отрочица молвит, что брата своего потеряла, да сыскать его попросила. Я сколько раз ей говорила не морочить людям голову. Вот он, Милуша. Извиняй, гостей принимать мне сейчас некогда. Вся в хлопотах домашних, да и супруг скоро пожалует. Готовиться надобно. Ничего. Я так, мимо проходил. Блин, а может таки было? Откуда мы знаем? Вдруг у нее муж Буратино. Правильно? Теперь-то ты понял? Будь осторожен. Пока что ничего не понял. Но дело явно нечисто. А брат-то у тебя точно есть? Конечно, есть. И не младенец давно. Ты мне не веришь? Ладно, ладно, верю. Только вот запамятовал, что же мне это напоминает. Неужто полуночница матушке твоей голову задурила, да брата увела? В моем-то селении их, почитай, не было никогда, одни слухи. Полуночницы просто так не появляются. Горе, значит, случилось с кем-то давно. Может, слышала, какие истории страшные, аль кто знать может? Баба Дуся, может быть, знает. Она у нас самая старая, все время истории рассказывает из прошлого. Так, баба Дуся, давайте, наверное, мы с вами на этой прекрасной ноте сейчас. Рыбакита, о, какую щеку выловили. Что за бред? Дай мне, пожалуйста, обыскать хранилище его. Пусто. На этой, наверное, позитивной ноте на бабе Дусе мы берем, сохраняемся. И, в принципе, на этом, я думаю, все. Первой серии хватит. Не знаю, игра меня прикольнула. О, баба Дуся, стой. Здравствуй, милок. Говорят, ты многое знаешь. А не подскажешь ли, может, случалось чего ужасного с какой-нибудь девицей в деревне? Может, несчастье какое или горе? Было кое-чего, милок. Я тогда сама еще молодой девицей была. И была у нас в селении пара. Молодец, удалец, да суженая его писаная красавица. Было все хорошо до поры до времени. Ну а после размолвка приключилась немалая. Не ведаю, почему, милок. Эх, да кто ж теперь вспомнит-то? А дальше-то что? Был, выходит, ребеночек у них. Токма, видать, нежеланный. Али больной сильно.
Да сгинул быстро. Нечисть это берется. Похоронили дитятку-то прямо возле избы где-то, дабы люди не узнали. Ага. Так вот, поссорились они тогда. Да жених-то сгоряча на охоту ушел и не вернулся. А девица с горя подпалила избу. Да в ней же и погорела. Поговаривают, с тех пор там и Гоша живет. Люди побаиваются мимо этого места проходить. По ночам дождь, детский голос слышно из избы. Слышь, борода, проходи, не мешай. Что за Егоша и что делать-то с этим? Его-Гоша. Егоша-то название для деток сих, которые не дожили до получения имени. Дух неспокойный, это что, жить продолжает в потусторонней мире с тех пор, как его захоронили? Не хочется как-то былое ворошить. Вот это, конечно, задача. И на том спасибо тебе, бабушка. Надо будет покумекать. Коли получится что, поведай, порадуй, старый. До скорого. Порадуй, старую. Я знаю, как ты хочешь, мы тебя порадовали. Так, еще раз, ребят, всем спасибо за просмотр. Я не могу это колесо забрать и отнести туда. Всем, кажется, спасибо за просмотр. Я по-любому буду проходить эту игру. Не знаю, она меня прикольнула. Нужно будет повыполнять задание, сделать себе броню. И дальше уже смотреть, может, мы сможем реально себе строить здесь здание. И сможем где-то поселиться тут недалеко. Но, по-моему, если не ошибаюсь, то наш первоначальный домик, это там на берегу, где наша лодка. Куда мы только прибыли. Но хотелось бы... Хотел бы строить себе новое. Так что все. Всем пока-пока. Да потом. И проходить без вас я не буду. В следующей серии уже отправимся, поищем железную руду. Убьем насекомых, попробуем. И когда у нас получится сделать, ну, то есть себе эти доспехи. И что-то еще найти рыбака будет надо. Так что все. Всем пока-пока и до потом.